Привет! Это канал Кикино! И сегодня у нас такой вот батут. Сегодня у нас распаковочка батута. Батут у нас детский, игровой, очень большой. Но особенность нашего батута заключается в чем? Что у него встроенный насос, и он должен, как написано на коробке, за 3 минуты накачаться воздухом. Сейчас проверим. Так. Открыто? Это, кажется, воняет резиной. Да, пап? Так, давайте, помогайте мне, достаем. Раз, два, три. Я бы не сказал, что она легкая, эта штука. Ой, а? Там, наверное, инструкция. Давай достанем. Сейчас достану. Что здесь у нас? Тут еще и воду можно наполнять. Вот. Ух ты, ничего себе. Вот, смотри, тут еще горка, еще и воду можно наполнять. Ух ты. Слушай, круто, я даже не знал. А это 4. И чтобы он не улетел. Так, давайте. Коробку в сторону. Так, где наш насос встроенный? С какой стороны? Давайте искать. Давай. Давайте искать скорее. Вот, нашел. Нашел. Да. Насос здесь. Да. Так, что у нас здесь? Воздух накачать, это плюсик. Откачать это минус. Так, сейчас мы откроем вот эту защелочку. Вот, смотрите, здесь проводочек. Так. Вау. Это проводочек. Так, где наши родители? Мне нравится этот запах. Так, давайте, держитесь. Написано было 3 минуты. Проверим. Проверим. Я его включаю. Пошло. Я думаю, достаточно. Отключили. Ток отключаем. Тоже внутри. Ну как? Нормально? Да. Амортизируем. Тебе! И только тебе!